Расскажи немного о своей короткой программе. То есть какая идея может быть этой постановки, над чем вы работаете, таким образом? Программа достаточно легкая, легко ее показать. Работаем над техникой больше, потому что за нее больше баллов. Стараемся, еще нарабатываем, чтобы шаги были хорошие, выкатить программу, чтобы больше зрителям показать суть этой программы. Какие цели, может быть, ставите на это соревнование для себя? Ну, соревнования очень серьезные, а начало года, начало сезона, поэтому программы не доработаны еще, поэтому хотя бы пока выкатать их и показать то, что могу. Ну, мы желаем тебе удачи, покажи себя в произвольной программе. Спасибо за интервью. Спасибо.